Так, ну что, мои друзья, сделали распаковку чек. Уже видите эту красоту, да? Я решила сразу же нарезать салат. Так, уже я положила вот на тарелочку вот такие зеленые листочки. Почему? Потому что вы каждое можете сделать по-своему. Я, например, захотела сделать сегодня капризе с салатиком, зеленым салатиком. Просто обожаю этот салатик. В принципе, здесь ничего сложного нет, да? Ничего такой математики, такой разумной нет. Я уже порезала помидорки. Вот так вот, да? Взяла всего лишь два помидора. Нарезаем их вот такими дольками. Это несложно. И выкладываем вот так их по кругу. Самый основной ингредиент – это соус песто. Наконец-то я сегодня его себе взяла. Он очень вкусный. И можете в каком угодно количестве накладывать, да, себе, выкладывать, вернее. Тем более вот эта вот моцарелка, она уже вся порезанная вот здесь, что удобно. Можете есть этот салат несколько раз, да, не так, как пошли один раз в кафешечку, захотели и поели. Я решила выложить сегодня вот так вот прямо по кругу. Так. Так. Какая вкуснятина, обалдеть. Так, помидор, моцарелку и как раз прям нарезала ровненько. Все. Вот эту красоту, значит, мы сделали. Убираем. Посмотрите, какая красота получилась. И теперь самое главное, это что такое? Соус песто. Посмотрите, он какой классный. Наверняка все знают состав соуса песто, он уже готовый продается, кстати, в Коско тоже есть, если кому-то надо, причем он стоит всего лишь то ли 12, то ли 13 чоников, да, это около 10 долларов, здесь практически, наверное, да, 700 грамм, написано 700, целых 700 грамм, и ушел, поливаем вот таким вкуснейшим соусом песто, как вам угодно и сколько угодно, да. Вот такими вот мазочками, я не знаю, как это назвать, потому что в состав соуса песто входят вообще такие классные ингредиенты. И он именно придает этому салату, да, как это говорят, капризе, именно он и придает весь вот этот, весь основной вкус. Ну что, друзья мои, всем приятного аппетита! Пока-пока!